Остался последний учебный месяц, и все школьники отправятся на каникулы. Поэтому инспекторы проводят дополнительные беседы о поведении на дороге и тротуарах. Снег растаял, наши юные участники пересели на велосипеды, самокаты, электросамокаты. Поэтому мы хотим сегодня еще раз напомнить их о правилах безопасного поведения на таком транспорте. Юные инспекторы дорожного движения демонстрируют важные знаки, моделируют сложные ситуации и показывают пути их решения, а инспекторы ГИБДД помогают им. И, может быть, кто-то из моих помощников, увидев нарушителя, да, может сказать: «Остановись, подожди, видишь опасность». Средства индивидуальной мобильности – это электросамокаты, моноколеса, гироскутеры – набирают популярность, особенно среди школьников. Однако несоблюдение правил дорожного движения приводит к травмам и несчастным случаям. Сейчас очень много разных происшествий происходит, потому что сталкиваются обычные самокаты, и некоторые не соблюдают правила. Важно использовать защитную экипировку, спешиваться перед пешеходным переходом, не пользоваться наушниками и не превышать допустимую скорость. Не менее важно использование световозвращающих элементов в темное время суток. Световозвращающие элементы могут быть в виде браслетов, брелоков. Соответственно, используются они для того, чтобы водитель в темное время суток видел нашего пешехода, который, как правило, находится в темной одежде. Все участники дорожного движения ответственны за общую безопасную ситуацию на дороге. И задача своим поведением на дороге способствовать безопасности, а не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.